Почему у тебя язык на километр вниз торчит? Алло, Дабдабыч, засунь его в рот. Хорош, зацени. Он скукоживается. Блин, нормально. Новый пульт с кнопками, с двумя. Он вкл-выкл делает, видали? А сзади опила Бёрд. Вот это нанотехнологии. Ля, блоха прыгает. Я не могу, ты посмотри, она реально прыгает. Почему у нас опила Бёрд улетает в небеса? Тебе еще рано, ты еще живая птица, стой! Привет! Мы продолжаем играть в Garden of Banban и взламывать игру по полной. Сегодня у нас будет не только взлом, но и обзор на мод, где монстры из Банбана будут выглядеть милашно и няшно. Вы уже можете это видеть прямо сейчас за мной, и я вам все покажу. В общем, погнали скорее играть. Я так на FNAF Play, а Golden Freddy, надеюсь, что лайк уже поставил. И начинаем играть в Garden of Banban 2. Какая веселая песня играет в этом моде. Я не знаю, короче, дичь какая-то. Все монстры, они будут милые, они будут няшные, они будут милашные, но только на картинках. Я не знаю, возможно, автор этого мода его доделает, и он сделает полноценных, веселых и мультяшных, и милашных монстров. Кто его знает, этого разработчика модов? А сейчас мы будем, значит, собирать наш пульт. И пульт, кстати, уже другой. Вы зацените прикол. У нас какой-то новый модный пульт. Я буду все это ломать, потому что я могу. Потому что у нас мод, кстати, у нас сегодня не только мод, но еще и взлом. Мы сегодня будем, знаете, что делать? Я не догадаюсь. Мы сегодня будем уменьшать монстров. Уменьшать. Обычно мы монстров с вами увеличивали, мы их удаляли, телепортировали. Но сегодня мы попробуем их уменьшить. И что будет? Я не знаю. Короче, главное, что будет весело. Поэтому, надеюсь, ты лайк уже поставил. Garden of Banban 2 уже здесь. И мы ждем третью часть с нетерпением. Давайте, короче, начнем вот с этой локации, потому что, а чего бы нет. Мы начнем уменьшать монстров отсюда. Как это работает? То есть, лежит монстр, вот Капитан Филдс лежит, чилит, отдыхает, и я такой, полна! Короче, скукожил. Но этот прикол в том, что этот монстр не опасен. То есть, Капитан Филдс, он лежит дохлый, он как бы тебя не убьет, но вот есть монстры, которые могут тебя убить. Это, например, Нап-Нап и, например, Апилла Бёрд. Вот их мы уменьшать будем уже под свой страх и риск, потому что можно уменьшить кровать, и можно уменьшить желтого. Можно уменьшить его просто в микроскопическое. Это что? Просто блоха. Это блоха, а не монстры. Это настолько маленький, что обосраться может. Ты посмотри. Вот я не знаю, насколько можно его уменьшить. Давайте еще уменьшим. Да капец, это просто пиксель! Где? Я не вижу. Где? Вот, смотри. Я его скукожил просто в пиксель. А семечко от подсолнуха будет больше, чем вот это. Это же капец. Я вот его отсюда. Ты видишь его отсюда? Потому что ты понимаешь, на экране монстр лежит. Это вот он, вот он, вот он. Прям под моим курсором вот эта мелкая желтая точечка, это Капитан Филдс. Я его обратно уже не увеличу, это нереально. Подожди, а можно ли у такого мелкого монстра забрать вот эту вот кровь? Вот как я его сейчас... Тихо, я увижу, я вижу его. Я даже не могу! То есть я на него навожусь, и оно не работает, ясно, понятно. Ну, короче, увеличить его... Не, в принципе, в теории можно, но я не буду. Сейчас я что-нибудь сломаю. Тупо скукожили. Это знаешь, когда ты постирал какие-то вещи после стирки, вот примерно вот так они уменьшаются в размерах. Иди же, пацан. Все, уже нельзя. Не, уже можно еще, смотри. Но это таракан отдыхает, смотри. Просто таракан какой-то из-под пола вылез и отдыхает, сидит. Нормально, мне нравится. Мы всех монстров делаем муравьями. Все, теперь Капитан Филдс человек-муравей официально. Зацени. Ну вот он лежит. Вместе с глазом висит в воздухе. А чего бы нет? Если он может, то пожалуйста. Но, кстати, пульт другой. Вы заметили, этот мод еще и меняет пульты. Вот ты. Ля, он не только скукожился, он еще и улетел. Ты посмотри, летчик-испытатель. Просто зацени на его взгляд. Думаете, почему он смотрит в эту сторону? Потому что в эту сторону он и улетает. Я офигею с вас, монстры. Вы что творите? Ладно, ну тебя мы тоже уменьшим. Сначала кровать, потом тебя. В принципе, уменьшается так же, как желтый. Но самое интересное будет с уменьшением вот этого огромного здоровяка, потому что он реально огромный. Это, во-первых, у него есть анимация, а во-вторых, мы в него еще и стрелять будем, поэтому уменьшаем его по полной. Не, ну слишком маленький. Мне кажется, чуть... Вот его можно чуть побольше сделать, да? Вот примерно вот так. Он уже как бы маленький, да посмотри. Стоит в позе Ти, без глаза. Кто ему вырвал глаз, я не знаю. Но давайте мы его разбудим, посмотрим на его реакцию. Во-во-во, пошел, что происходит? Смотри, своей рукой шевелит непонятный. Короче, он что-то вытянулся, я не знаю, мне кажется, он растяжку какую-то делает.
Ты мне экран перекосил, дебилоид! Ты смотри, что ты наделал, у меня теперь экран кривой, алло! Мистер Додик, ты что наделал? Капец, как вот так теперь играть? Что за фигня? Перекосил мне... Тихо, перекосил мне экран! Вот что-то с ракетами случилось, я не знаю, какие-то кривые стали. Ладно, будем играть с перекошенным экраном, а чё бы нет. Смотри, прикол. Тихо, смотрим, смотрим. Хорош, зацени! Он скукоживается! Блин, нормально. А его еще можно уменьшить, интересно? Не, подожди, все, он не активен больше, видите? Я не могу ничего сделать. Ну ты мне экран сломал, ты козел, ты вообще обнаглевший. Смотри, у меня как будто Титаник тонет. Что за фигня? Почему все перекошено? Я не хочу так играть. Мне не нравится. Здорово. Тебя, кстати, нельзя уменьшить, смотрите. Он не уменьшается, он просто дрыгается и все. Ладно. Монстр, которого скукожить нельзя. Тут сейчас наб-наб появится. Его, кстати, тоже не особо можно... Или можно, подожди, смотри, давай. Ага, вот, вылез. Здравствуйте. Ты вы из компании Oriflame? Так, Oriflame, да. Чё? Куда он делся? Чучело? Ты не видел, куда он убежал? Короче, наб-наб тупо куда-то телепешнулся. Не, короче, с таким кривым... Я реально, мы как будто где-то плывем. Так, пойду я возьму. Что, мне главное, чтобы сейчас Бан-Бан не начал разговаривать, он задолбает. Сигнализация, так. Во, зацени, у меня пульт светится. Это нанотехнологии. Ты прикол, на пульте написано Бан-Бан, смотри. Новый пульт с кнопками, с двумя. Он вкл-выкл делает, видали? А сзади опила бёрт. Вот это нанотехнологии. Такой пульт мне нравится, кстати, очень круто выглядит. Почему в оригинале пульт кривой? Ну неужели нельзя сделать нормальную текстурку? Вот, пожалуйста, красиво. Чисто мод на пульт. Зачем, непонятно, ну пусть будет. А вот, смотрите, самое интересное, вот оно, обновление. Зацени, какой у нас милый Наб-Набыч. Какая милая улитка. Милый зеленый Джамбо Джош. И, конечно же, Бан-Бан и Бан-Балины. Бан-Бан как будто в качалку ходит, да, зацени. Просто бицуху такая показывает. Я не хотел с тобой разговаривать, Бан-Бан. Я смотрю на твою бицуху и думаю, какого фига ты ходишь в качалку? Так, вот почему-то Опила Бёрд похожа на тупо на курицу. Мне кажется, Капитан Фидлс почти не изменился. Стингер Флинн стал милашным, у него щечки появились такие прикольные. Ну вот это вообще просто мистер доброта, я не знаю, как тебя еще назвать. Так, я внутри. Я внутри, я молодец. Здесь они тоже все поменялись, смотрите, как прикольно. Ну, улиточ прям милаха. Улиточ прям милаха. Я не могу, с кривым экраном хожу. Вот как, вот это, вот как вообще? Как жить-то после такого, с таким кривым экраном? Можно, пожалуйста, мне сделать нормально? Сейчас я все это уберу, чтобы лишнего не было, вот этой вот параши. Делаем генеральную уборку на складе. Вот что вы тут стеллажой понаставили? Во, зацени. Убрал все, что не так стояло. Прекрасно, прекрасно. Будем ходить с кривым экраном, а я ничего не могу с ним поделать. Кривой экран залог успеха. Ладно, смотри, 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 пожалуйста. Вот он, еще один измененный интерфейс у нас с Наб-Набычем. Он хочет обнимашек просто. Можно еще вот так сделать и вообще. Ля какая красота. Ля какой Наб-Набыч, ты бы смотри, ты бы с ним обнялся? Мне кажется, вряд ли. Он выглядит, конечно, мило, да, вот если убрать вот эти острые огромные зубы. Но, блин, он похож на какого-то ксеноморфа, это страшно. Ладно, давайте вызовем Наб-Набыча и будем его уменьшать, так же, как мы делали с Капитаном Фидлсом. Мне кажется, это будет очень весело. Поэтому погнали. Да, у меня кривой экран, но я не могу ничего понять. Все, Капитан Фидлс испортил мне. Иди сюда. Появился Наб-Набыч. Итак, поехали. Здорово. Насколько тебя можно уменьшить? Что? Чего? У него язык... Это что за фигня? Почему у тебя язык на километр вниз торчит? Алло, Наб-Набыч, засунь его в рот. Сейчас муха за... Ты куда девался только что? Что происходит? Так, спокойно. Он куда-то исчезает, потом опять появляется. Ну-ка, еще раз. Тихо, подожди. Куда ты исчезаешь постоянно, я не понимаю. Смотри. Откуда он берется? Что за приколы? Ладно, а мне интересно, что будет, когда он за мной побежит, потому что, блин, у него язык такой длинный остался. Я не могу, ты посмотри на его рожу, ты посмотри. Он хочет тебя облизать просто, зацени. Офигеть, да слушай, это очень странная фигня. Мне кажется, у него сломался язык. Но у него единственная физическая часть тела, которая двигается по физике, это реальный язык, смотри, болтается. Ну хотя бы не на хэ начинается, уже хорошо. Так, смотри, короче, я сейчас побегу. Ля, блоха!
Блоха на потолке, ребят, зацените. Тупо, тупо паук ползет. Знаешь, который паутину плетет вот по потолку. Несите дихлофос, я его завалю сейчас, блин. Я ору с этого. Это такой прикол. Сейчас мы за ним проследим еще, как он убегает. Тихо, 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 тихо. Ну-ка, спокойно. Тихо, ставим. Сейчас мы это... Включим слоумо, чтобы его догнать. Он слишком быстро убегает от нас, видите? Я попытаюсь до него добраться. Но он реально очень быстро убегает. Со своим этим языком это вообще трэш какой-то. Зацени прикол. Я бегу за тобой, Набнабыч, подожди. У меня нет такой большой скорости. Ты реально как Соник. Вот почему ты синий. Ты косплеишь Соника, смотри, как он лапками перебирает, мило, зацени. Ты просто посмотри на эту милоту, а, мелкий паучок с огромным языком. Мелкий паучок, огромный язычок, вот все, это да, твой девиз по жизни теперь. И он так прикольно перебирает лапами, мне прям нравится, так, тихо. Сейчас мы как-нибудь... Смотри, 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 ля-ля, пошел, ля, зацени. Бежит в слоумо, ля, языком порожит Бэмс. У него аж язык оттопылся, да посмотри. Блин, это так угарно. Он реально перебирает всеми лапками. Да смотри, какой он милый. Вот если его скукожить, он будет милашкой-няшкой. Ты зацени, он стесняшка еще. Да посмотри, бегает, бегает, бегает. Ха-ха, я не могу. Просто, ну ты дурачок, Набнабыч. Ну ты просто, я не знаю. Ладно, давай пусть он добежит уже. Вот смотри, как он в реале бежит. Вот, вот, вот. Даже не успеешь никогда за ним. Офигеть. Просто скорость Соника. Ну и че тут завис? Че? Куда? Как ты это сделал? Что это было сейчас? Как ты это сделал? О, алло! Что это было? То есть я могу его кидать. Смотрите, прикол. Смотрите, сейчас смотрите. Опа. Куда он делся? Где он? Где он? Почему-то он не подкидывается. Ладно, давайте мы его удалим потолок. Куда он упадет? Алло. Один язык торчит. Вылазь оттуда, дурачок. Не, он не вылазит, смотри, у него не получается. Подожди, а если... А если как-то его... Птица, ты-то откуда взялась? Здрасте. Откуда? Откуда взялась птица, я не понял. Так. Тихо. А, что? Куда? Стой! Мы его потеряли. Мы его потеряли, я не виноват. Он куда-то улетел. Ладно, погнали. А мне можно экран пофиксить, потому что я не могу. Я с кривым экраном всю игру буду бегать, мне нравится. Ладно, короче, улетел наш мелкий паукан. Кстати, я же еще не показал тебе прикол. В этом моде еще есть кое-какие изменения. Сейчас тебе покажу, смотри. В этом моде еще изменилось все в красной комнате. Мы ее откроем при помощи чита, потому что я могу. И смотрите прикол. Здесь тоже все монстры измененные милашки, зацени. Прикольно, прикольно. И тут они прям, знаешь, на картонках таких, всех видно, каждая здесь, правда, криво все вырезано вот здесь вот особенно. Можно было вырезать и получше, создатель мода. Блин, ну прикольно на самом деле. Сделано прям норм, мне нравится. Тут, правда, изменений никаких нету, но в остальном реально классно. Так, погнали дальше, погнали дальше. Нам сейчас, у нас сейчас цель, ты, ложка огромная. Ложка, ты ложка или ты поварёшка, я не знаю. Короче, суть не в этом. Суть в том, что... Наша задача прямо сейчас сделать птицу очень маленькой. И как бы я не знаю, что из этого получится. Надеюсь, я не сдохну, хотя, скорее всего, я сдохну, кого я обманываю. Давайте попробуем. Вот она, птичка стоит. Птичка снесет нам яичко. Так, скукожим, Так, подожди, она очень маленькая. Она у меня... Что это за статика? Дай, подожди, спокойно. Где она? Где она? Ля, просто таракан. Ты теперь не птица, ты... Как называются самые маленькие птицы? Это калибри или меньше есть, я не знаю. Если ты знаешь, как называется самая маленькая птица, напиши в комментах. Просто по-любому же есть такая, да? Самая крошечная, просто мини-птица. Смотри! Ля, блоха прыгает, я... Я не могу, ты посмотри, она реально прыгает. Что за фигня? Ля, дурачок. И она же меня убьет, попробуй. Подожди, а если я вот так, смотри, опа, опа, обманочка! Через нее можно перепрыгивать, смотри, опа! Поймай меня, опа! Поймай меня, лошара, а? Опа! Зацени, я просто перепрыгиваю через нее. Она бесполезная! Это птица не убийца, это птица лошара!
Блохастая мелкая. Птица, птица-муравей. Это если, короче, на Апилу Бёрд надеть костюм человека-муравья, вот примерно так она будет выглядеть. Ладно, давайте проверим, убьет она меня или нет. Ну-ка. Она не может меня убить. Я подпрыгиваю, смотри. Она не может меня убить! Блин, убила! Даже такая мелкая! Козявка смогла меня грохнуть, вы чё? Сейчас внезапный поворот, она меня убила реально. Ну хотя бы мне экран сейчас выровняет, уже хорошо. Уже хорошо, у меня экран будет не кривой. А то реально как будто... У меня, знаешь, когда я иду, хочется голову вот так вот наклонить и идти. Не знаю, у тебя как? Но мне нравится мой пульт, он реально модный. Стильный, модный, молодежный. Ладно, я погнал. Я погнал к птенцам, потому что птенцов тоже можно уменьшить. Не, а прикинь, короче, если увеличить... Точнее, с улиткой, кстати, нельзя ничего сделать. Улитка хитрожопая. Она вообще, ей вообще все по барабану. Так, ладно, давайте я сюда сразу залетаю. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. И, знаешь, чтобы их, короче, уменьшить, надо их сначала поймать. Потому что они задолбают, реально. Они реально задолбают. Смотри, вот, допустим, я сейчас посажу в гнездо. Видишь, он сидит. То есть его можно увеличить, а можно уменьшить. Красота, не правда ли? Так, он микро-птенец. Спокойно. Насколько он... Ля, просто... просто микроб. Мне кажется, это гнездо для тебя немножко большевато, не? Что, микроптенец? Так, спокойно. Сейчас я вот этого поймаю еще. Здравствуйте. Сейчас, короче, это микроптенец, а это птенец-гигант, смотри. Давайте его максимально увеличим. Смотри. Оп! Где он? Куда? Я внутри! Спокойно. Охренеть! Что это? Что происходит? Почему у нас Апила Бёрд улетает в небеса? Тебе еще рано, ты еще живая птица, стой! Что это было? А? У нас птицу в воздух запустили, я не понял, что за фигня. Ты куда? Что с ней? Птичка? Что? У нас птица сломалась, у нее шея все, до свидания. Сегодня происходит. Это просто угарный взлом. А если я на нее прыгну? Сейчас просто мне интересно, что будет. Я, скорее всего, сдохну, но у нас птенец просто гигант. Ну-ка. То есть это был скример сейчас, серьезно? Я к такому игра не готовила. Зачем так делать? Короче, получается, можно всех увеличить, всех уменьшать, но если увеличить слишком сильно, я не знаю, откуда вылезла эта опила и почему она полетела на небо, но у нее сломалась шея. Да, это самый упоротый взлом. А что ты хотел? Мне кажется, после такого ты просто обязан поставить 1 000 000 лайков. Вот прям вот не смотри сейчас на меня. Не смотри сейчас видео. Просто если ты не умеешь ставить лайки и смотреть видео одновременно, то просто поставь видос на паузу. Спокойненько поставь лайк, налей чаёк, кофеёк, там вот это все. Бери вкусняшки, приятного аппетита и смотри дальше. Но главное лайк поставить, чтобы было больше таких упоротых взломов, серий крутых и вот этого всего больше классного контента. Я надеюсь, что ты... Меня услышал, и лайк уже стоит. Почему бы и нет? Это ж так классно. Смотри, у меня пульт светится, видал? Прям киберпульт какой-то. А если я увеличу торт? Тебе, ну, больше же достанется. Ля, вы чё делаете-то, алло? Это супер гигантский торт. А если я увеличу бан-бана? Алло! Ой, ай. Ой, Бан-Бан, подожди! У нас Бан-Бан умер! А, вон стоит, подожди, он не умер. Ты что, ты реально не умер? У тебя там какая-то невидимая стена есть, на которой ты стоишь? Что за фигня? Бан-Бан, ты чё? Бля, маг чародей, стоит на воздухе, понятно. Понятно все, читер, вон там два этих, Джамбо Джоша, есть их вообще ору. Короче, мы опять все сломали. А вот мой торт. Опять все сломали. Сломали торт. А вот торт можно скукожить, смотри. Это микро-торт. Вот прикинь бы, если бы у тебя было день рождения, и тебе подарили такой торт, что бы ты сделал? Ты бы его увеличил, и он бы стал вот... Я внутри торт! Что? Что? Я в торте! Секунду. Я в торте, ребят! Я могу тут ходить? Я не могу тут ходить. Я вот... А я могу его? Нет. Подожди, если я в торту, меня убьют? Я просто не понимаю.
То есть я внутри торта. Торт гигантский. Мне интересно, если сейчас откроется дверь и оттуда выйдет Бадбалина, она будет в офиге? Она сожрет весь этот торт вместе со мной или что случится? До свидания. Так. Ну я не могу ничего сделать. Где там? Здорово, Джамбо Джош. Тут Джамбо Джоша, короче, переозвучили, это же мод. Так. Бежит, бежит, смотри, бежит, и чё? Она ничего не может сделать. Она ничего не может сделать, ребят. Я тоже ничего не могу сделать, кстати. Тихо. Я на торте! Тихо. Да как? Во, я на торте. Значит, я его чуть уменьшу. Но он слишком огромный. Чё, лошара? Торт мой теперь, все, это моя хата с краю, ничего не знаю. Я живу на этом торте, прикинь. Она ничего не может мне сделать, смотри. Пока я на торте, я безопасен. Я только... я все, до свидания. И чё ты мне сделал? Я могу увеличить стол? Это пол! Это не стол, это пол. Ясно, понятно. Ладно. Слушайте, ну это было угарно. И меня еще и убили! Чего? Как? Двойная смерть! Смерть после смерти. Такого вы, по-моему, нигде не увидите. Только на моем канале. Я сам не понял, как это произошло. Ладно, ребят. Выходим в главное меню. Будем заканчивать. Блин, ну это угарный взлом. Мы посмотрели не только взлом, мы посмотрели еще и мод, который заменяет всех аниматроников, да? Всех монстров на милашных, но только, к сожалению, на картинках. Такой вот прикол. В общем, я надеюсь, очередной ролик по Garten of Banban 2 тебе понравился, и свой лайк ты уже поставил. Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет новая серия по взлому Garten of Banban 2, а также ждем, конечно же, третью часть. На этом все, друзья, всем удачи и всем пока! With lore that feels rushed and contrived. But that doesn't mean they have no love and passion.